Всемайки.ру. Лучший интернет-магазин прикольных футболок. Тут можно купить футболочки и заказать печать на них же с рисуночками. Более 500 тысяч товаров и доставка по РФ от 24 часов. А также кучу вещей с дотерской символикой. Ссылочка будет в описании. Я Романус. Я Юранус. Мы ебемся в очко. В дотку играем и троллим рачков. Слуха у нас нету и петь мы не умеем. Бороздя океаны раздаем на клыка. Всем привет, мои дорогие подписчики, это моя новая рубрика. Мы будем играть с фейковых аккаунтов где-то примерно по 500 ммр на лоу приоре и помогать выигрывать игрокам с данного ммра. Но попутно мы будем немножечко их потролливать. Скоро вы узнаете, что такое лефрут. Да-да, что же такое лефрут? Держи, варды. Блять, подойди поближе. Ты чё его делаешь-то? Да у меня нету места. В упор встань. Да у меня нету, говорю, места, ты чё? Бля, ребят, ну чё это за хуйня? Ну клокверк, блять. Ну с первых секунд руинишь, что ли? Чё, у тебя есть стан? Стан? Ну да, у Лича. Ты хотел? Первый скилл мой станет. Да у тебя нихуя там не станет, замедляет. Нахуй он спрашивал? И чё? Чё-то я не понял, как стоять-то будем? В трипле, что ли, или чё? Куда в трипле? Зачем ты сюда пришел? Нахуй ты сюда вот именно пришел, я сказал, я пойду с личом. Не автотач, Клок. Ты иди отсюда. Ты со мной стоять хотел, я же лич. С личом, что ли, остаешься мне уйти? Да, да, иди. Так чё, Клок сейчас уйдет ли он? В натуре, что ли? Ну иди тогда, телепортируйся. Тогда уходи, Клок. Кому, блядь? Вы чё, угораете, что ли, или чё, нахуй? Клок, ну на отводы иди. Сам иди, ебать, отводы делай, ты иди нахуй сюда, блядь. Помогай. Как фарм делить-то будем? Давай мне. Как его делить, когда ты его пиздишь у меня? Зря что он делает, зря что он делает. Я Когу попижу. Первый дай. У меня нет маны. Зря опять пошел драться, он совсем что ли отбитый наглухо? И он просто похуй пошел под тауэр. Давай вдвоем просто киллы делать, у меня урна. И что, фарм не оставляй. Зачем ты сюда пришел? У меня урна. Ничего. Мидерский артефакт. Клок, приходи вверх ганкать. Клок, уходи, уходи, Клок. Тянись ко мне, ультой притянись. Уль, да, если достаешь. Чего? Да ты кого там вообще называешь Клоком? Ты же Клок. Ты мог ультануть просто и уйти на меня. Я, блядь, умер уже, а ты мне говоришь, кого ультануть? У меня 5-й левел. И чё ты ульту-то не взял? Чё ты до 6-го просто не докачался? Суки, вы меня заебали, идите нахуй с доти, шлюхи. Слышишь, ты сейчас можешь корку дать? Сейчас могу ульту дать. Какую ульту? Корку можешь дать? Так у тебя корка вкачана? Да, да, ульта вкачана. Какая нахуй ульта, что несет? Давай корку. Все, я Когу бью, выходи. Надо было тебе корку просто дать. Так я и так дал. Какую корку дал? Что это такое? Блять, я не знаю, Ром. Сейчас еще другой скилл придумаю. Он просто в упор на крипан тянулся. У тебя бруква есть? У тебя бруква вкачана? Да все вкачано. И бруква, и корка есть, да? Сейчас пока нет. Да чего нету, нет таких, блядь? Какая, блин, вот бруква. Корка. Закидай их, короче, лузунгами. Корка, куква. Я забыл, какой второй корка и что еще? Бруква. Бруква. Ты вообще в курсе, что ты бруквой снимаешь этих жуков? Что я? Бруквой снимаешь жуков. Какой бруквой? Либо коркой. Ты мне скиллы говори, какие, блядь. Корка. Либо бруквой. Кидай мне лузунги, кидай мне лузунги. Дай мне маны. Мне нихуя нету. Как он думает, я ему маны дам? Серьезно, ты хуй знаешь, что есть бруква, корка, блядь? Что ты делаешь? Какая нахуй корка? Ты хуйня какой-то. Я тебе вообще не понимаю. Когда дойдешь до 1000 мр, ты все поймешь. Я знаю, что такое Коги. Корка. Клук, ты первый раз на этом герое играешь? Этим героем много раз, блядь, играл нахуй. Я не знаю, какие способности, блядь. Стой, 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 стой. Назови. Он мне какую-то бруква говорит. Корка, блядь. Бруква, это какой скилл, если ты много играешь? Отойди, отойди, отойди. Да брукву знать надо. Все, бруквой добивай. Ладно, я спасу его, наверное, на него дам инвиз. Я тебя в люминан закинул. Стоп, лузунги или лозунги? Я не знаю, какая разница. Лузунги пусть будут. Давай. Мы в курсе, что мы проигрываем? У нас корок героев вообще нету, я на личе 3-2 катаю. Корки в них кидаю. Зачетно, Ром. Спасибо. Надо тащить тогда? Надо тащить. Корку, корку. Корку, корку давай. Корку, Клок. Корку, Клок. Нету, нет. Давай, и теперь коркой уходи, коркой уходи. Ну корку на волка, корку на волка. Брукву, брукву. Брукву! Брукву! Да ты иди нахуй, я все слова применил! Бля, у нас на самом деле Сларк такое уебище. Да я выкупаю. Да я вижу, что он делает? Он, блядь, Владимир делает, серьезно. Он просто крипов тянется. Брукву! 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 Какую нахуй?
чё угораешь? Я тебе, блядь, чё, Всевышний, что ли? А что такое брук вообще? Я не знаю, ты чё гонишь? Я рандомно говорю, дать ему какие-то скиллы, которых даже нету. Корку! 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 Знаешь, как говорится, и рыбку съесть, и нахуй сесть. Ты мне просто объясни, вот корка, какой скилл? Ты чё, серьезно? У тебя 200 тысяч игр. Первый, второй, третий, четвёртый, ну, ульта, блядь, просто хуйня какая-то. Смотри, первый скилл корка. А, это вот чё корка. Да, второй бруква. Всё, я понял. А ульта кинуть лузлинг. А третий какой скилл, Ром? Я не знаю, я только три скилла придумал. Может быть, Чукинсона? Чукинсона дай, Чукинс. Чукинсона. Чукинсона. Клок, сейчас раз Чукинсона давай. Давал я, всё. Выброшу. Блять, как можно вообще выиграть с этим ебанутым дауном, с Владимиром? Я не знаю, а с Чукинсоном можно, как думаешь? Конечно. Разенган. А он клок пошел. Чукинсона давал? Да. Какие у нас там счета вообще? 10-5. 5-5, 1-2, 3, 18, 3, 12. И бруквой, в принципе, заканчивай. Клок вообще кайф. Клок, я тебе коммент кидаю. Это коммент. Кстати, Клок, не хочешь собрать тримбала? Посмотрим. Сейчас я тоже посмотрю. Так, тримбала. Не, походу, не найдет. Ты тримбала скоро соберешь, кстати, Клок? Кого соберу? Тримбала. Че это такое вообще такое, нахуй? Я два месяца тихо. Пацаны в доту не играл. Из двух лифрутов новый... Из двух лифрутов новый айтем. Сука, лифруты. Какой лифрут-то? На трэмбола который. Что-то я не понимаю. Не-не, лифрут. Драгон, да, какой-то лэнс. Не-не-не, драгон лэнс это вообще старый артефакт. Трэмбола. Из двух лифрутов делается. Объясни, как выглядит. Такая зеленая, сейчас объясню. Зеленая кочерыжка с красным фоном. О, зырь. Зырю? Смешно, Юра, чтоб ты сдох. Да не надо. Видал, как она ультанула? Что там, трэмбола делается из двух лизунгов или что? Лифрутов. Ржусь лифрутов. Клок, ну нам для команды нужен хотя бы один лифрут. Лифруза. Не-не-не, лифруты. Короче, смотри, лифрут, две зеленые ножки, берем с собой рожки. Понял? Ну, чтобы запомнить, что ли, что такое лифрут. Две зеленые ножки, берем с собой рожки. Так лифрут состоит. Нашел? Нет. Смотри, в артефактах у него две зеленые ножки. Берем с собой рожки. Лифрут. Мне интересно, он сейчас смотрит вещи и проговаривает это в голове. Напиши название его. Сейчас, секунду. На английском. Отраслите. Ну вот, лифрутите. Ну смотри, легко запоминается. Две зеленые ножки, берем с собой рожки. Сейчас повтори это, Юр. Да, извини, Ром, я не могу. Повтори. Да повтори, повтори. Две дорожные ножки? Нет. Две зеленые ножки, берем с собой рожки. Это стоит ищет, серьезно. Если клок соберет, то это изи вин. Я не могу, серьезно. Просвещай по максимуму лузунгами. Это не лузунг. Блять, ты че, Ром, это не лузунг. А ты в эту, в доту сказал? Нет. Фух, слава богу, думал, ты мой авторитет подорвал. Мне хочется отрезать вам руки, зашить рот и выколоть глаза. Блять, он больной ублюдок. Я Аганим соврал. Зачем без лифрутов Аганим? Он работает на четверть силы. Да я не понимаю, что за лифрут нам. В улучшение, да? Да-да-да, в улучшение. Артефакты. Какой из них? Лефрут. Вот со стороны это артефакты самого, ну, самого правой стороны, да? Смотри. По счету сверху какой он? Сейчас скажу. Можно просто запомнить по описанию. Две зеленые ножки, на голове есть рожки. Две зеленые ножки, на голове есть рожки, блядь, ну клок. Трэмбола, блядь. Трэмбола, да. Из двух лифрутов. Я не могу, серьезно, я не верю, что он в это верит, это просто пиздец. Это же фантастика. Клок, 47-я минута, ни одного лифрута нету. Я не знаю, что это такое, извиняй. Блять, это кошмар, сколько же он думал. Я просто не понимаю, что это такое вообще. Какие-то ножки, ёбану. Я не могу, какие-то ножки. Где наш Сларк находится всю игру? Я просто понять не могу. Сларк, иди поломай мид. Сларк, в мид иди, пожалуйста. Блять, он просто... Это феерический игрок, это удивительный персонаж. Фу, это была самая лифрутовая игра в моей жизни.
Блять, Рома, я так в жизни не потел, нахуй. Что ж, ребятки, если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте ему лифрут и не забудьте трэмблунса на канал. А также зацените новые пердачки на канале Юрчика, там очень годный контент, очень прикольный и смешной, ну? Слышь, ты чё, чмошник сраный? Ты говна кусок ТПшки верни, чмошник-то обоссан. Мне твои борды в хер не уперлись, ТПшки верни, чмошник. Сука, почему мне никто чмошник не помогает, блять, он нигде, чё? Ты? Этот даун стоит тут и ТПшки мает пиздит. Ты кусок говна, ТПшки верни. Верни мне мою девственность.